Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон, Серега и Фокси, сегодня мы играем в Гаррис Мод, прятки, на карте корабль, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Димончик будет нас первый искать, а я буду первый прятаться. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Это, кстати, корабль, Димас, должен быть во ФНАФе. Ой. Это корабль FNAF 9, ребята. FNAF 9, поэтому, ребят, предыдущая серия FNAF 8 пиццерия, а сейчас FNAF 9 корабль. Не, давай скажем так, что это корабль с FNAF... Ой, Half-Life 2, ну еще один умник. Half-Life 3, вот, я вспомнил. Бореалис, как называют, как-то так. Да, это корабль, он такой пустоватый немножко. Но есть где заныкаться? Есть, конечно, есть. Тут знаешь, сколько мест вообще? Столько помещений? Так. О, вот мне кажется, здесь кто-то да и спрятался. Я уверен на 159%, что это тут Димас на вентиляциях. Нет. Димас, здорово. Нет. Так быстро, да не должно быть, Димлакс. Уйди, уйди, блин. Да ты меня так быстро нашел? Так я прям шел за тобой. Ага. Вот так, да, значит? Я тоже тебя первого найду специально. Ага. Еще и Димона обвинили, офигеть. Запускает этот хэштег, а он не работает. Во! Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Так, 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 так. Я тоже чувствую, что скоро уже кого-то должен найти. Ого, здесь куча говнища. Кто здесь в этом подвале? Только крысы, наверное, водятся. И Серега сейчас там сидит, вот ты малая. Самое главное. Так, так. Вы чё, корабль на самом деле, Димон, большой, не маленький. Да я согласен, он и не это. И не был большим. Ой, маленьким. Да, и не был маленьким. Поэтому Димас все правильно. Где вы, сундуки, сидите? Крыс здесь не водятся. Крыс-то нету. Их всех сожрали. Диман, как ты думаешь? Серега опять в текстурах сидит? Да, как и ты, но зануклипил. Я не захлобучил там. Зануклипил, зануклипил. Я там не клопусил. Кого? Не клоуклипил. Так. Во-во-во-во-во. Вот тут, вот тут, вот тут чувствую. Трубы. Вперед идем. Никого. Здесь тоже. Да где вы все? Пацаны, не перепрячивались. Я сижу на месте, вы меня не можете найти. Можем. Ну ищи. Так надо на веб-текстуры залететь. Я не знаю, где залететь. Вот, Димон. Я уже на верхней палубе. Да? Я вижу, за Марчику играет. Вот, кто там в трубе спрятался? Подзорный. Мочи. Есть! Серега, ты же сказал, будешь сидеть, говно ты. Так я сидел здесь. Вот он, Сергей. Мочи, мочи, мочи. Вот он. Сергей, бегай за ним. Да блин, у меня в глаза залазят. Пока. А он выпрыгнул. Ах ты крыса. Прыгун, иди сюда, попрыгал отсюда, да? Ого, я на жопу приземлился жестко вообще. Да, куда он попрыгал от нас? Не знаю. Так, теперь мы заново его ищем, что ли? Серега, молодец. Серега, да. Ну он сейчас это где-то забежит и все. Я сидел на месте, и вы меня нашли. Нет, я уже потом нашел. А я вижу, ты подходишь ко мне, и вижу, блин, не ожидал Димаса увидеть тут. Не, был бы я от первого лица, я бы замочил. От третьего лица неудобно убивать вообще. Так, здесь я по второму кругу прохожу, потому что Серега хитрый побёр сейчас перепрятался. Фокси вообще не видать. Где его искать теперь? Здорово, Димасик. Привет, как его убить? Давай только вверх поднимемся. Сразу вопрос, как их замочить? А, я знаю, может он на льдинку забежал какую-нибудь. А нельзя. Блин, а нет! Нет, я на корабле. Кусается, так. А может кто-то другой на льдине? Такой скример тебе забабахаем, что ты так обрадуешься. Что в штаны насрёшь? О, тут NPC был в темноте. Джимен был на корабле. Джимен. Но... Серьезно? Да, его убил. На, серьезно. Пацаны, даю вам 20 секунд, и я иду мочить. Так, спрячемся. Куда прятаться-то, Дебас? Ты хоть подсказку сделай. Куча мест, куча. Вот, я сюда, наверное, спрячусь. Вот тут вот хорошее место. А, еще 30 секунд. Какой, уже 10? Быстрее, быстрее. Все, я спрятался.
Все. Место вообще реально топовое. Нычка, ну, как бы сумасшедшая на самом-то деле. Я иду искать. Так, Димасик, я иду смотреть. Ты где? Я там, где спаун, давай лети. А, вижу, ты балумбой. О, привет, стульчанский. Ты из четвертой части. Да. Да? Правда? Да. Давай. Так, посмотрим сначала, что у нас на льдинах. Так, а ты отсюда прилетел, я видел. Не? А, да? Ну ладно. А, вот ты, блин. Хорошо, хорошечно. В льдин куда залез, наверное? Так, а кто же у нас в этой комнате? Никого. Никого. Ладно, ладно. Подниму руки и буду бежать дальше. Бегу со всей силы. Поднятый держишь. Так, тпхаемся. Так, со мной кирпич. Ого. И этот еще стул я сам по себе. Так. Что можно, Дима, сделать с кирпичом и стулом? Не знаю, побить. Так, вода, не падаем. Надбить. У нас только начинает, да? Поэтому ему пока что тяжело. Найдем сейчас. Ну, сейчас найдешь. Ты у нас быстрый чел. Сейчас всех и натыщешь. Так, вот тут где-то Димон сидит, сто пудов. Да, вот здесь вот правильно, Димас, идешь, да? Иди прямо. О, видите? Прямо. Четко. Вот здесь. Вот здесь я. Вот здесь. Вот тут. Я тут, да, Димас, я тут. Так. Я здесь нету. От брехун. А где я спрячусь тебе тут, а? Ты чё, собака, у тебя сколько жизней? Так, Димасик, ты где? Я невидимый. Я потерялся. Я невидимый, чтобы его убить. Только я не знаю, где он. Я пойду поищу пока Серегу тут. Сам ты ищи. Наконец-то, Сереженька, ищи со мной. А, все, вы теперь вдвоем. Конечно, думал от меня спрятаться. А я вижу говно, коричневые пятна на полу лежат. Думаю, пойду по этим пятнам. И Серега сидит. Но меня будет трудно найти, сразу говорю. С чего ты это взял? Ну потому что нычка топовая. А я еще иду ниже. О, вижу плюш трапика. О, так вот тут ты где-то и сидишь. Где? Рассказывай. Не буду говорить. О, Димас, я тебя нашел. Вот здесь ты, Димончик. Давай ищи, я здесь. Еще ниже спускаемся. Ого, ты вообще подвалище. Так, вот тут ты где-то. Димас, я там вообще ничего не вижу, я туда не пойду с тобой. А ты не тут? А там вообще темнотища полная. Да. Серьезно тебе говорю, там ничего не найду. Ну я не найду себя там точно. Ну а ты там? Не знаю. А, значит ты тут. Да. Только начну видеть. Сейчас мы быстро все тут обежим. Нету. Нету, да. Брехуняшкин, ТВ. Я думал, что я там буду все-таки. Да. Прикольно. Блин, тут куча мест в этом корабле, аж я. Если бы я там был, Димас, я бы уже побежал бы с криками оттуда. Ты же меня знаешь, Димас. Кого убили? А? Никого не убили. Не, я живой пока. Так, Димончик, где-то ты здесь. А ты уже вышел из этого подвала? Да. А я тебя жду из этой темной жопы. Во, вот здесь ты, вот здесь. Так, давай-ка, смотрите. Так ну что у вас тут получается-то? Ищем. Хорошо. Самое главное, что вы ищете. Не сдавайтесь никогда. Всегда меня найдете, у вас есть шанс. Ищите меня там, где нету окон. Вот здесь я чувствую. Где нету окон. И где есть стены, потолок и пол. В общем, ищите. У вас получится. Это я вам такую подсказку, кстати, нехилую дал. Вы мне сейчас. Да, потолки, стены и пол. Офигенное помещение. И окон нету. О, вообще ни одного? Вообще ни одного окна. А если найду? Ну вот поищи, может, сделаешь что-то. Если нету, Димас, то придется делать это, да? Блин, не могу тебя найти, реально сложно. Димас, я тебе дам подсказку, ты уже проходил мимо этого места. Спасибо, я корабль уже обошел целиком. Весь корабль обошел. Так, ночной режим активирован. Ищем Димона. А, я здесь проходил его. Я здесь был. Димон, ты хитрый. Ну как это тебя здесь нету? Нету, я здесь. Есть. Знаешь, где он?
Вот здесь вот. Я вниз спустился, сейчас посмотрим. Да не внизу, я вот именно там, где Димас ходит, я тут. Сейчас, сейчас, Димончик, я тебя найду. Знаешь, как я это сделаю? Hello. Как? Hello. Hello. Ну, слышишь, я hello говорю. Да, слышишь. Не помогает, не? Ну чё ты? Нашел. Есть! Ребята, Димончик очень классно запрятался, так что ставьте лайкосики и пишите комментарии. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!